И снова я в этой машине. Всем привет, дорогие друзья, с вами Эдди. И сегодня мы посмотрим мод, который добавляет новый дом, новое место сохранения для нашего CJ. Вот здесь, на севере Лас-Вентураса, данный дом прямиком из GTA Vice City. Тут есть мотоцикл, тут есть машина Stafford, есть гараж рабочий, также нас встречает бассейн, но воды там нет, это просто такая текстура, потому что воду тяжело добавлять, и это просто муляж. Хорошо, давайте начнем наше знакомство с первого этажа. Вот такая статуя, посмотрите, можем поиграть в бильярд, как я понимаю, да, вот Enter, есть вот такое еще место посидеть, просто почилить. Также там есть барная стойка, вот книжки почитать. Барная стойка, тут куча людей, я не знаю, откуда они все тут собрались, возможно, потому что это Лас-Вентурас. Можем поиграть в блэкджек, максимальная ставка 10 тысяч, кухня, барная стойка и даже есть подобие лифта. Можем то есть зайти на маркер этот, и мы окажемся на втором этаже. Тут у нас также имеется комната сохранения, вот тут мы можем сохраниться без проблем. Открывается красивый вид, к сожалению, на балкон выйти мы не можем, только зайти с улицы. И очень круто придумано, что тут есть оружие, броня, это очень классно, потому что раньше такого не было. Ну, не всегда было такое раньше, потому что это очень редко. А если я вот отсюда упаду, ух ты, прикольно, то есть как быстро спуститься на первый этаж. Хорошо, давайте немножко посмотрим еще террасу, балкон, вот так мы поднимаемся по лестницам. Ух ты, как классное местечко, да, посидеть, так полюбоваться видом, очень хорошо сделано. Давайте поднимемся повыше, вот балкон основной тоже, и можем также залезть просто на крышу, побаловаться. Не знаю почему, но CJ в этой локации очень темный, ребята, просто посмотрите, он как-то, не знаю, как уголек. Потемнел жестко. Вот если мы встанем сюда, то он вроде не... Все, видите, он сразу такой яркий стал. Возможно, какие-то проблемы с тенями, либо, не знаю, с текстурами, что-то такое. Но не знаю почему, но мы стали как-то потемнее выглядеть. Так что вот такой вот дом. Давайте также полетаем. Ой, опять я тпхался в Стэффорд. Вот так мы полетаем, посмотрим на дом. Но видно то, что архитектура у него далеко не лос-сантовская. Видно, да, что-то есть в Вайс-Сити. Привет из Вайса. Чувствуется Майами. Дом немножко выбивается из всей атмосферы. Но в целом, если хотите новый дом, то пожалуйста, почему бы и нет. Так что всем спасибо за просмотр. Вот задний двор. Да, вот даже забор, все огорожено, все безопасно. Так что всем удачи, всем спасибо, всем пока. И говорил, показывал я Эдди. Увидимся в следующих обзорах. Пока.